Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1529. События дня. 1 Тимофею 3:16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 18 февраля 2020 года. Делаем обращение. Может быть, Господь пошлет доброго человека, поможет нашему старости приобрести комбайн. Потому что он кормит людей, платят мало, ничего. Вот прочитайте это все, курсором останавливайте, я буду более ускоренно проматывать. И 4 ролика. Остановитесь на этом. О его жизни. Староста. Новый человек приходит и вопрос задает через Вячеслава Семенова. И Вячеслав Сергеевич мне отвечает. А теперь вопрос туда. Интересные вопросы задает по Саре, по Аврааму. И вот как он написал ему письмо. Мне писать некогда, поговорить-то тут легче, больше можно сказать. Вячеслав говорит, ответь, а я ему перекину. Я говорю, нет. Потому что у него могут быть подвопросы, и он посчитает ответ незначительным. Я так и сказал. Как на апостол Павла говорит, наоборот. Там впереди не Лемеш, это другое, а там перепутано столько имен. Вот события какие. Беседы, много переписывал, заказчика идет, материалы поступают со всех мест, озвучивает 4124 вопроса. Вот. Ну и тут вожусь со своим хозяйством. Накормить голубей, воробьев,
жуланов, кошек, встретить гостей. Вчера одна пришла, и няня или Щукиной надо болеет березовки. Вот дать надо, дал бутылку, мало это, и говорит, Володя явится в воскресенье, тогда дадут. Нужно было и картошку, мешок завезли. Ну, все есть. А днем Сергей звонит, Пупков, и ворота отворять через 10 минут. Завожу Евангелие. Ну, большие коробки, ящики тут разгрузили, он уехал. А вот так. Вчерашний день был, у меня паля просталась. Вот так. Ну и все, собственно, ничего больше у нас тут и нет такого. Какие вопросы были, мы их немедленно сразу записывали и разрешали. Вот вчера 40 с лишним. И начал вот выставлять. Вот. Мне Вячеслав прислал, уроки заканчиваются по пособию для изучения Евангелия от Марка. 9, 10, 11, 12 часть. Ну и там по 25 минут, по 30 каждая. Так вот умножь на 12, как оно будет дальше-то. Ну и тут вот вопрос, что отвечает Ян Кронштадтский, попросили отвечать, его фотография. Вот, белгородский архиепископ Ян, тут мне вопросы, патриарх России II. Ну и против экстремизма. Это доктор, профессор юридических наук. Вот, Сорокин Виталий Викторович, его нашел. А тут архимандрит Амвросий Юрасов. Ну и тут иеромонах Гумеров, Ева. Вот их фотографии найти надо было, ответы на них, на их высказывания, это я когда-то давал. Это все уже давно было. Это, ну, не сегодня все составлено было. В самом начале там написано. Самое, ну, по крайней мере, лет 12-13 назад тому. Вот это у нас, собственно, это можно сказать, все. Отошел.